объективность, это вот встать на чужое место, это оценить собственные эмоциональные реакции. Мы всегда оправдываем свои эмоциональные реакции. Если я на кого-то злюсь, я доказываю правоту собственного гнева. Если я расстраиваюсь, я могу объяснить, что, как бы, конечно, у меня не было другого варианта. Да? Вот честность – это вот как бы следующий этап погружения в фактологию. После того, как мы оцениваем собственные какие-то там действия, поступки или какие-то ситуации, мы должны понимать лукавость мозга, когнитивные искажения, желание самооправдания там, и так далее. И снова инвентаризировать это все и выкладывать дополнительные факты, потому что это же то, что вы что-то не заметили или то, что вы что-то не учли, не делает это фактом меньше.